Все, Гослав. Блядь, ты ходяга, пюре ебаное. Чувствуешь это, сучка, а? Чувствуешь? А есть кровать, блядь, поспать у вас здесь? Меня я испугался! А все знают варпатчи, да? А то я что-то... Потом посмотрел на Илюху, и все хорошо стало. А то что-то мы сидели в Дискорде с своими сабжами, и они такие, ой, там что-то у Бустера стори с варпатчем, и я... Да, вы все знаете. И все такие, с варпатчем, типа, с тем самым, а я не знала. Жесть. Майнкрафт я никогда не играла. 2016-го, бля, ну я все на Ютубе никогда не сидела. У меня нету таких, типа, или не было никогда, типа, каналов, на которые там подписано и чекал время от времени конкретные ролики. Охуеть. Здравия желаю, ребята, сегодня мы пришли в батутный центр для того, чтобы я выяснить, кто у нас себя самый, самый какой-то принц Персия, самые ловкие, Иваны, самые меткие, самые потому классные что ребята. Я кто пройдет... Реально никого не мониторила. Просто... Никогда, ну, даже 10 лет назад и 5 лет назад. Лох. Лох, да. А это типа потому, что ты проиграешь уже 13 лет спорта. Я вообще... Какого спорта доходя? 13 лет. Ну, в принципе, все, ребят. Давай скинемся по 50 тысяч рублей. Варпач. Да, каждый скинется по Валдосу. Тесла Мэн Рашки. А, точно, я зашла в инсту, у него все в Теслах, типа, было. Теперь поняла. Да, пацаны, если это видео наберет 3 лайка, блядь, то следующая серия, ребят, будет в костюмах из Fall Guys. Вот я пиздеть не буду, блядь. Вот просто поставьте лайк, не пожалейте, блядь, и увидеть. И охуеть. Тот, кто выиграет, получает 150 тысяч рублей. 3 лайка, поможем собрать вместе 3 лайка. Начинаем с головы. Ясно, реклама собственного мерча текстайлом. Рядом познакомься, я таймер. Макрыться трогай, они тебе научат изи. Да мне как-то неинтересно и Майнкрафт смотреть, и играть. Вообще, перематывай сразу до сюда и смотри. Че, ребята, в целом, вот вы, кто еще не успел уснуть... Вам самим интересно смотреть стримы по Майнкрафту? Типа, меня Рома несколько раз звал к нему днем на Майнкрафт, но я спала постоянно. Опа, Влад, здорово. Даро, привет. Ну, такой 50-50. Ну, как-то и в целом, да, нет, отвечают ровно 50-50. Но даже, возможно, 60 на 40 нет. Смотря у кого. Ну, я понимаю, да. Ну, вот там Слава сегодня стримил, Рома часто стримит. Все вроде бы. Ну, Вова, типа, фишки, наверное, тоже, да, часто в Майнкрафт выходил. Так, но я где-то досмотрела до... А, нет, я как дура... Я видел уже видео, как ребята проходили подобные. До середины промотала, просто, я начала середину смотреть. Это нифига не просто. Я просто хочу отойти угли поставить и фильм потом зарядить. Короче, досмотрю до момента, который я видела, я отойду на 2 минуты. Беги, дорогая, беги. Я умер. Думал, пати на моем стриме, но только бустер. Не на 5 кубков, а поменьше, подписывайтесь, наверное. Подписывайтесь на канал. Это как бы сразу доказательство моим словам. Я думаю, он не соберет 3 лайка. Ебать, я уебан, блядь, доходяга, пюре ебаное. Я ебал, я в спорт подаюсь, нахуй. Месяц мне дайте, блядь, я спортсменом, блядь, стану. 3. О, блядь, да что это за... Ну, сука, ты, блядь... Блядь, это стрёмная тема. Блин, так легко соскользнуть. Это на пол еще не упал, блядь. Сука, блядь. О, я выжил, блядь. Тихо, я Саня. А что, у него GoPro-шка? Я даже не заметила сначала. Не видно. А, на этом, на корпусе. Я, по-моему, на голове сначала не увидела. А, ну это чуть легко. Спокойно, спокойно. За 3 попытки этот рекорд никто не побьет. 42 секунды, 31 сотая. Может, такой фильм будет «Росомаха». Мы в прошлый раз смотрели, у меня интернет упал, будем досматривать. Готов? Нажимай. Как тебе мандам заебись? Сука какая! А им носочки сука, выдали какая? Какие-то? Мразь! Или это мразь! Их? Мразь! Тут, наверное, нужны носочки, знаете, силиконовыми подошвами. Продаются, а, я поняла. Ебать! Пошла! А, лайки.
Ой, я бы тут уже потерял. Сервер Альфа, ребят, приходите, реально. Ну я дошел! Но он был на финише, просто подулся. 56 секунд, 53 сотые. Для полного счастья, как в мультиках, эта херня должна на меня упасть. Не, Кирилл, на самом деле, я ожидал худшего, нормально. Держаться, но в конце эта груша, прям на нее надо ногами зацепляться. Ребят, худшего я ожидаю от тебя, все нормально. Короче, это круто. Если вы смотрите на роликах, кажется легко попробовать. Смотрите, я еще ударился. Ладно, сейчас очередь пусть. Сейчас паршом. Я сейчас как полна начнется. Ребят, для тех, кто не знает, я являюсь счастливым обладателем компьютера от Hyper. Ребят, покупаем то, что считаем нужным. Прости, Слав. Но я знаю, как этот Hyper PC у тебя лагает часто. На стриме. Ничего личного. Плюс реклама. Сколько там раз КС зависал? Неважно. Каждый, что знает, что помнит, узнает. Давай, хуярь! С этого момента я немного смотрела. Я как раз сейчас... Да ебать! Да блядь! Да его сейчас даже никто не толкнул, он упал. Блядь, я устал. Ой, ебать. Да, я не понимаю, блядь! Есть еще медленный режим? Первая не пошла, у нас же три. В принципе, хорошее начало. Работаем. Полторы минуты. Ребята, блядь, hard work pays off, блядь. Work hard, play hard. Давай, раз, два, три. Work hard, play hard. Я запустил. Да блядь, что это за хуйня? Я испугался. Да страшно, блядь. Все, я пойду угли поставлю пока что. Илюха, старичок, началось. Мое проклятие, блядь. Да смотри, она, блядь, умная какая-то. Она умнее, чем ты. У нее слышит, а стань шайди, блядь. Похуй, получаем спасибо. Ну приди, пресс, объебил, блядь. Эй, блядь. Блядь. Меня спиздили. Минуту. Позор, ай, блядь. Позор, блядь. Заткнись. Ну ладно, извини, блядь. Блядь, я реально сложно, она под наклоном. Поебаешься, когда я там буду, а пока, блядь, терпимо. Все, блядь. Это не... С такой вот скоростью это невозможно пройти. Они не могли с такой скоростью. Сейчас батя Тейсов покажет. Сейчас Илюха еще раз, он хочет реабилитироваться. Что, ребят, обосрался старичок? Он сразу делает третью попытку, мы ему даем шанс, чтобы сильно не расстраиваться. Я вначале думал, что я вообще бездарь, потом посмотрел на Илюху и все хорошо стало. Это вначале летишь, потом, блядь, через час сосешь уже, блядь. Как так, блядь? Раз, два, три. Ой, блядь, страшно. Ну, мужика, брат! Давай, сука! Блядь! Блядь! Блять! Хуй дали! Давай! Да! На характере, блять! Давай, не шуй! Блять! Блять! Да они не крутились так быстро! Блять! Запрыгивай, Ваня, кольцо! Охуеть! Ой, блядь! Братан, минуту уже! Блядь. Сосок, блин, мясной! Здорово! Одна ночи! Блядь, там все быстрее, у меня раны! Блядь, пиздец, тут, знаешь, сборище всех моих страхов, блядь, высота там, блядь, какие-то у тебя, блядь. Только пупов не хватает, потому что сверху падали прямо. Вот это, я говорил, что до этого было сложно. Сейчас я не знаю, либо скорость... Я бы в жизни, мне кажется, не прошла, кстати, от у тебя. Сейчас это вообще... Ну, смотрите, она убить может эту грушу. Блядь, сейчас постараюсь просто, не знаю, на мужика, блядь, потому что, ну, я, не знаю, блядь, стрёмно, пиздец просто, даже не сейчас сказать. А фига я по таймингу пришла? Я, по-моему, кстати, на Илюхе досмотрела и выключилась, телефон стрел. Давай, хуйня! А, не, я это тоже видела. Хорош. Ой, блядь, ты чё, нахуй?
Вот это, убери нахуй! Вот ты шлюха, блядь! Мне кажется, твоя платформа под ногами слишком низко колесит. Блядь, палец повредил нахуй. Слишком под наклоном. Нахуй! Врубите сабчат. А что там, что там, что там? А, да, голые школьницы. Понимаю, понимаю. Так, что, кому модерку говорите? Алимжан тут? Я не увидела. Я думаю, блин, чат так зашевелился, вы там что? Гель для душа? Ну давай, старичок, покажи, на что ты там учился годами. Полетел. Орешки ем. Ну это заебись. Орешки? Шоколадные? Ну я не могу, братан! Пиздец! Давай, давай. Все, все. Дай шанс, там я, блядь, пиздец, ебу. Орешки из дупла белочки. Доедай свои и... Друзья, как думаете, опять работать. Что-то пройдет вообще? Ребят, сейчас проходит конкурс на лучшего фитнес-блогера в Российской Федерации. Я думаю, он должен выиграть. Проголосуйте за него. Блядь! Я ебал его в рот, блядь! Слава, слышишь? Бля, Илюш, мне плохо, на. Слава. Пойдем в КС. У него есть все шансы проиграть. Не раздави мне голову, на. Слав! Киви мы помнишь, да? А? Можешь уже кидать. Кого? Киви. Кидай. 150 выиграл. Блин, вот это самое стремное тело. А, блядь, ай, сука. Она больно бьет, интересно, или так гандоник гладит? Давай! А, фига, да он прошел легко. Нет. Приятно бьет. Приятно бьет. Ну, чё, можно потерпеть. Крутится, да? Бля, такая Fall Guys прям. Карта. Блин, а поначалу, наверное, же Бустер сказал, что если будет видос наберет 3 лайка, то у них будут костюмы как с Fall Guys, да? А я что-то подумала о Манкас и такая... Ладно, странно. А потом сейчас говорю про Fall Guys, такая фига, гениально, реально же это Fall Guys. Сам он сказал? А, тогда похуй. На Fall Guys было говорить. Так. Назар пошел нахуй, теперь можно писать. Чё, Лимжан, ты будешь на стриме в ближайшие пару часов или пойдешь спать? Про самодерку думаю дать временную, так скажем. Говорился. Это что-то тоже часто путаю. Ну я тут, ну все, вперед. Чувствуешь это, сучка, а? Чувствуешь? Неловко было смотреть. Всосали, лузеры. У меня было 42, а у него минута 43. Да, я после травмы, блядь, настоящий спортсмен, блядь. Несу. Чего, фильма не будет? А это мобота надо поменять. Будет фильм. Let's go! У меня тактика сейчас. Я понимаю, я не тороплюсь. Tomb Raider. Да, блядь, подожди, на. Да, Гель, знаешь, что я вспомнила? Ой, когда я прошла последнего Tomb Raider на стриме. Давай, хуй его, а ты его захуесосил, ну, эту игру. Да, я тебя нахуй послала. И мы поссорились, ты больше полгода не заходил ко мне на стрим после этого. Помнишь? Два года назад было. Фига, у меня сейчас флешбэк получился. Помню. Такое не забыть. Я тебя сейчас сексистом назвала. Только не знаю, с чем ты это вспомнила. Ну просто сейчас про Tomb Raider сказал Бустер, и у меня флешбэк случился. Ногу нахуй. Оп, давай. Ну это было смешно. Ну, точнее, было не смешно, но сейчас смешно вспоминать. Типа, какой глупый конфликт сам по себе. Бля, стой, не смейся, я сбиваю, пиздец.
Давай, братан, самое главное тебя. Найс, камерамен там. Уходи, брат, быстрее, блядь. Я... Ну что, на поезд едем? Блядь! А помедленнее нахуй! Ой, блядь! Стойте, дайте хоть подтянусь нахуй, чуть не раз. Блин, у меня бы вестибулярочка из чата бы вышла, я бы тут уже этот наблевала. Ебаный пару рот, раз. Ой, ебать! Сейчас нахуй! Надо передохнуть, пока обсудить, как все прошло. Сколько у меня там на часах? Я рекорд еще бью. Ну что, ребят, как вы поняли, я победил, блядь. В следующий раз я вернусь сильнее. Я буду тренироваться. А мы идем на... Спасибо за сапку. О, давай, нахуй, Ками. Ебаный! А, это первый раз ты сапаешь на мой канал, Ками. Спасибо большое, добро пожаловать. Блядь. Побил, в принципе. Рекорд побил, да? Да? Если это видео наберет 100 тысяч лайков, бустер натренируется и всех выиграет в следующий раз. Поддержите его. Да не, Кирюх, там все плохо. 100 тысяч лайков? Я с айфоном сходил уже. Ну все. Ловим нас, ловим. Next time будут рекорды. Кого эта херня выбивает, кто выходит, тот выходит. А кто остается, тот побеждает. Ну что, поддержи меня, Илюх. А, это еще одно препятствие. Спасибо, Ресенса, большое. Пизда, чек. Ой, блин. Ля, какая. А есть кровать, блядь, поспать у вас здесь? Хуйня полная, девочка, блядь, колокольчик, попрыгунчик, блядь. Три месяца, ну это можете в беседу с Сабой в ВКонтакте, если хочешь. Слушаем, блядь, ожидание 4 лайка. А что, Назару звонить или нет? Да я дала две модерки, в принципе, можно не звонить, пусть спит. 3, 2, 1. Ну, типа, ничего, не, у меня как стрим недолгий будет. Ничего плохого не случится. А, та самая Алекса. Сап. Жесть. Спасибо огромное за сапку. Добре пожаливать, получается. Блин, это они вдохновились Fall Guys'ом? Или Fall Guys вдохновился этим развлекательным центром, я не понимаю. Просто один в один. Я выиграл! Все, ребят, спасибо огромное, что посмотрели. Ставьте уже 5 лайков, блядь. Цели растут, ребят. Да, фильм будет. Движемся к невозможному, блядь. Подписывайтесь на канал, влияйте на колокольчик. Я ими вдохновился тоже так часа, кстати. На Варпача, на Эксайла, ссылочки, блядь. Блин, там сейчас угли сгорят. Сгорят. В каком моменте я ушла? Спортом, я теперь начинаю заниматься, если хотите реально, да, чтобы я, блядь, прорвался. Да, ГВ углям, походу. Лицуха такая большая, чтобы ебался. Беречь себя, ребят, надо. И мать свою. Сейчас я слетаю на кухню, заберу угли, если они готовы, и досматриваем Росомаху, думаю. Не, просто, ну, пацанам фору надо дать, ебать, отсосали нам. Бля, пиздец, блядь. Давай, представь, что это поезд, а ты на рельсы попал. Блин, прикольно. Видос.